Скажи вступление. Вступление. Какой же красавчик! Включается наконец-то молодой. Ждали этого всю осень, ждали. Где же грим? Так вот же он. Love you. Он ждал, когда камера на него. Смотри, смотри, как рядом чел ржет. Молодец. Что? Что? Неважно. Ой, пудается. Что она надеялась? Что? Быстро. Вместе с вами. Что это было? Я не заметила. Опа. Шик. Шик. Давай. Пиг. Шик. Он подумал, не та команда. Ну вот я не хочу давать. Что, лапы просил у него? Ну да. Эй! Девочки, а можно снимите сережки? Они бьют по микрофонам, портят весь звук. Давайте обе сережки. Какой-то... Давай мне сережки. Петюня. Наша, ты представила себе имя, фамилия? Надо представиться? Да, да. А чего вот такого? Косяк Павел Александрович. Чего? Косяк Павел Александрович. А, косяк реально? Да. Ну. Один обратился к какому-то челу и сказал, косяк Павел Александрович. Типа Павел Александрович сказал ему, не представляйся. Косяк, на самом деле, еще не так страшно. Не так смешно. Я бы мог какой-нибудь там копчик, знаешь, ты типа... А чего копчик? То, что типа коп? Ну, типа я коп, и я копчик. Или там мент Павел Александрович. Как установить Лига Легенд? А чего, так там сложно? Не устанавливается или что? Play. Я не понял. Снег. 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 Я не хочу снег. Твою мать. Он определенно умирал в муках. Какова причина смерти? Случайно подразил ментоловым шампунем. О, боже. О, роботы Яндекс. Ты что, выебываешься? А это же доставщики. Да, доставщики, курьеры. Ездят, вообще, они их никто не ворует, разве? Ну, я смотрела видео на канале Егор, где у него было «Черное зеркало по-русски». И там была вроде серия «Утопия шоу», как раз-таки режиссированная или что. И там было про вот этих вот курьеров-ботов. Да? И там его разбирали, по крайней мере. Кстати, она появилась еще того, как эти курьеры появились. Конкурент. Последний раз. Объяснит вообще никогда. Никогда? Значит, начнут нахуй. Разборка. У тебя сопля. Вот, прям висит длиннющая здесь, пиздец. Да. Нет? Уже нет. Я просто не могла тебе сказать. Ее как бы не видно, но я вижу. Енотус. Тихо. Чтобы он ушел с дороги. Ага. Сейчас нападет. Это ты с кем связался? Это же енот. Гоу, гоу. Все, лапша, тихо, держи, держи. Это все. Это все. Мозг, бро, АПК. Вкусно. Вкусно, что-то не пьется. А, вот так напить, да? Что он делает? Качает. Я не знаю, межбулочное пространство. Он поджимает яйца в этот момент. Типа, оп, поджимаем. Куда? Ой, не просто. Кто там? Собачка. А что попугай делает в магазине? Тебя вырезают и вставляют разные фильмы. Мне больше всего понравилось такси. Момент фильма «Такси». Хочешь тебе вручить Оскар? Это что такое? Я надеюсь, что его не продашь. По поводу Оскара, который мы тебе вручили на последней пресс-конференции, где он? Да, дома где-то валяюсь. Я просто его в Авито видел, ты выставил на продажу его. Ой. Застрял. Он лезет сюда, это как коробочка. А что он вынюхивает там? Сейчас все, пойдет. Застрял, он пойдет. Застрял. Ой. А все? Ой. А все? Включите водичку. О! Ой, сломал. Как усердно это было. Нет,
Мне хуй заняться, взяла, начистила картошки, приготовила, соседей угости. Там, не знаю, кому-нибудь еще что-то сделай. Подожди, это тот же чел, который идет, я все вечно, бесконечно, это продолжение? Да. Помой полы, блядь, подъезд подмети. Сейчас собака, что ли? Нет, я думала, хорошо, хоть не с собакой. Что за лопата такая? Что за снег такой? О, аккурат. Что это за маленькие грузовички? Ой, слышишь, как он кричит, уже просит. Да, 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 дай-ка мне, дай. Прям ровненько днище упало. Это какое огорчение, не он. Нищий виноват. Потому что прям четко вот само упало ровно. Когда ты сюда прилетел, что увидел первым? Аэропорт, самолеты парковались. Темно. В гостинице как тебя устраивает? Ну да. Питание? Да. Что ешь обычно? Еду. Ну, макароны ел. Макароны с сосиской. Компот давали. Вкусный? С сосисочкой. И вообще у меня бесит. Здесь еще 5 дней назад не было вообще никакого льда, да, никогда в жизни. Вот он первый, да. Ни разу не было льда. Это вот первый раз. А да, это что было? Трава. Да. Это удивительно, если честно. Это как 8-й чуть цвет. Ну и как вы по ощущениям? Невероятно, катался сейчас так быстро, так как никогда. А вот влажность, она чувствуется? То, что повышенная здесь влажность? Блин, так неловко. Репортер такие вопросы задает максимально странные. А как ты покакал, хорошо? Ну да, да. Вот крепкими какашками? Да. Весь влажный. Ну вот из-за... Ну да. Нужно будет обхватить плотно губами данный мундштук. Насколько глубоко? На ваше усмотрение. Ой, ты разбил? Зеркало. О, тёлочка. Это тёлочка, это телок. Фу, дострел сперном. Всё черно-белое. Картошку фри жарят? Зачем? Что это? Ой. Вася, на сильно шипит. Вы что? Что это? Ой. Из чего эта картошка сделана? Жесть. Я думаю, что она орёт? Вот, прикинь, какой страх лягушек. Думаешь, что лягушек-то боятся? Мама! Слушай, по-моему, ты слишком много времени проводишь с котами. Че ты заподозрила? Это лапка типа бьет, китайские, только кот. Привет. Китайские смартфоны хороши тем, что когда ты хочешь снять чехол, то снимается все нахер. Носил с собой склон. Такой дерзкий идет. Ну, там стекло, не надо. Я думала, не то стекло разобьет. А что-то оно оторвалось. Странно. Скользкое упадет, да? Не надо. Или что будет? Минус лопатка. А, минус... Да. А повезло, слушай. Это не повезло, он только что все расчистил, а теперь снова все чистить. Не, повезло, что он там не стоял. А если бы он там стоял? Ну, там вроде мягкий был снег. Но все равно неприятно. Холодно будет. У него же кепочка. Я люблю психов. Дружить с обычными людьми совершенно какой не какой сугроб огромный, слушай. Это получается, они убирали и такой накопали хорку? Всяких придурочных, припадочных. Подожди, а там получается что? Охлаждалось у них какой-то буфич? Да. Самых разных. Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 лет. Просто ничего. Ну, мы женщин даже... не нужно понимать, их нужно любить. Нет, женщин... Очень интересно. Его, да? Так интересно. Это из контакта цитата. Да, да. Их нужно чувствовать. Как? Он даже не слышит, да, ничего, походу. Он реально заснул, просто мне интересно было. Все смотрят. Тихо. Его просто зовут, видимо, во все шоу, чтобы он просто там был. Поспал. Просто, чтобы он там смешал, был. Поспал, это как шоу. Этого, как его? Кого? Паша Техника зовут постоянно. Как это же есть Паша Техник? Нет, это Кистонер. А их путаю, они одинаковые. Они разные. Тут более обдолбанные. Их просто зовут, короче, чтобы просто посидел. Я перепутала, это было
же типа, я такие здесь стоны. Есть, видишь, я а здесь. Ты, а как ты их различаешь? Они же похожи очень сильно. Нет, не похожи. Нет? Мне кажется, очень похожи. Нет. Показал, как надо. Не лезь, она тебя. Это бобер. О! Полезла гнездо разрушать, поэтому тебе... Ой, страшно. Волна гигантская. Она уже вон туда залилась, смотри. Да. Чем не стоять на палубе? Ну, красиво, страшно, конечно, но страшно. Страшно, страшно. Вырубай. Стрих пальчиком держит, тихо. Несколько укусит. Надувается, надувается. Да. Хотел эффектно, да? Гар. Эффектно получилось. Внимание. Марш. Там было 4 на 4, 8. Может, он перепутал со сложением? Мало того, что машину испортил, так еще неправильно посчитал. Ужас, ужас. А, блин, да. Выглядит так вкусно. Пойдет. Так сырно. Падай. Чел, не надо. Падай. Еще камера заляпала. Hey, excuse me. Nada. Are you doing dishes? I hope so. Тихо. Кажется, мы о них что-то не знаем. Пока... Она а он забыл, что он собака. Да, а, он забыл. А, собака, блин, я забыл, что спалился, блин, точно, ну, блин. Ладно. Давай. Мне очень тут понравилось, потому что мне тут почистили зубы и выдернули их. И я очень счастлив. Я прекрасно понимаю, когда есть такие ситуации, но вот вообще не хочешь знакомиться, сказала ему, отошел. Ну нахер. А, да, там же был кадычок, но я сначала не заметила. Не замечаешь. Я думала, это будет история, как мне Вадим, короче, скидывал про видеографа на свадьбу. Я думала, тоже такой голос жалостливый. Блин. Все, сломал. Фу. Ой. Тут какой-то харчо, я харкнул туда. Нет, Алина, он в свечу чихнул. И сопли подгорели? Какие сопли, Алина? Воск. А брызнул на лицо. А отдача. Какой-то серый он на лице. Он закристаллизовался сразу. Воск. Так это еще, наверное, больно. Это воск, конечно. Больно. Как видите, мы за вами давненько наблюдаем. Блять, почему мне так не везет, сука? Оказывается, вы живете двойной жизнью. Ну кто я такой тоже, блять? В одной жизни вы Томас Андерсон, программист в крупной уважаемой компании. Прям видно по лицу, да? Ты, по-моему, перепутал. Че, ебать, новая разметочка, да? Смотрите, новая разметка. О, нихуя. Алло. Четко. А как они так делали вообще? Они-то, может, не красили, просто уложили такую плиточку. И все, типа разметка. Постригли стрижку авангард, слегка уложили волосы. Стрижка авангард. Ой! Ой! А у них какие-то супер приземления. А ты не можешь только для собак, короче. Barley's pieces of bread. Okay, now we're gonna toss these in the hot pan. We're gonna crack a couple eggs on the side, like. Now we're gonna add in some a little bit of. Now we're gonna add some bacon, filling that this space is. We're actually not gonna flip that hoe. We're actually gonna put it on top for a couple minutes. Okay, I think it's done now. Shit. Now let's try to flip that hoe. Oh, у меня тоже так бывает. Damn. Да, мне тоже так бывает. Жаришь, вот так все хорошо, сырнички какие-нибудь приворачиваешь, они вот такие закопченые, да, вот блин. Да, постоянно, не то, что бывает. Сам готовь. В парике! Гад какой, слушай. Честная игра. Ой, не надо, не надо. Что, как это вообще готовилось? Как-то очень сложно готовилось. Ой, половину коту. А там столько мучений явно было, несколько слоев. Красивый зарплай. Нет? Нормально пока все. Так пойдет.
Ну, уже не очень. А что? Ну, короче, они особо не старались сделать красивое капучино или что-то еще, просто фиганули. Да, это в этом прикол был? Наверное. Ну, ладно. Ой. О, и что теперь делать? Застряли. Теперь все. Что, как она себе? Молодой человек, сумки тяжелые, вы мне не поможете донести. А ты что, чем-то слабее меня? Думаешь, моя гендерная роль носит тяжесть? Ты сама справишься? Подожди, что, пукнул ей в нос? О, прикольно. Идеалити. Тень. It's about drive, it's about power. Что, почему? Какой классный. Красивенький. Хорошенький пупсень. Он понимает, что он офигенный. Он такой, ладно, снимай меня, я разрешаю. Да, глебусь на мою красоту. Батон, кидай в него что-нибудь. Ну, в смысле, знаешь, как кидают таким пулюшкам, таким батон какой-нибудь, да. Батонище. Это кто, обезьяна? Да, обезьяна. Okay, кто это целый? Mazda, this is Big Ray. Yo. You spilled it all over me, man. Котик хочет пиво. Попить, а не получается. Там пиво или водичка? Там вода просто. Лапкой, лапкой. Посмотришь, не могу достать. Тянись, тянись. Прокинуть, все, прокинуть. Теперь все, давай, заклони. Язычком. Зачем? Посуда? Ты же Егор Кринж. Все, минус Патрик. Ой. Он доминирует. Он трясется просто. Нет, он доминирует. Он трясется. Нет, он доминирует. Ой. Это мой клиент, ебаный в рот. В кепке, блядь. У нас, пожалуйста, только не ты. А что там с телом? Где мой клиент? Вот он. Походу. Кепка спала. Ой-ой-ой. Лучший день, блядь. Это о, точно. О, жесть. Это точно он? А что делать? Я приехал, там вот такой. Не знаю, что шапочку делать? С фольги одевать. Нет, может, ну, они заразят. Он же сейчас вот сядет к тебе, и он же там непонятно, что будет творить. Ну, все. Отказываться, наверное, потому что штрафные какие-то будут тебе. Отказываться от работы? Что делать? Пожалуйста, только не ты. А, он звонит, говорит, что я подъехал. Здравствуйте. Для связи с пользователем наберите, пожалуйста. Это он? Сейчас проверит. Для повышения качества обслуживания все разговоры записываются. Это он, да? Не бери трубку. Не бери трубку. Блин. А, он берет! Это он! Нет. Охуел. Давай, ниндзя. Ниндзя. Ай-яй-яй. Не надо. Нет. Что за день-то? А что с ним реально происходит? Слушай, он бухой просто такой в дрободанный? Не бухой, я думаю. А, я думаю... поняла. А? Он не бухой, думаю. Вообще не удалась. Ну что, возьмет? Жесть. Блин. Капец. Ой, как... Алло. Ну вы где? Слушай, ну каким-то образом уже смог вызвать? О, ё-май. Что он говорит вообще? Видеть человек, который упал. Нет. Видеть человек, который упал. Нет. Жесть. Ой, за машины, смотри. Что там происходило? Воришка. Тихо. Сырушек одного. Огромный кусман. Она жир. Демон. Это за глотус. Матрона. Сейчас мгновенная карма его настигнет. Да? Настигнет мгновенная.
Из чего это сделано? Volkswagen. Das Auto. А что это не Лада? А, по-разному, как повезет, какая вам, смотря, машина. Слушай, как клёво выглядит. Это очень мучи. Это прям вообще будущее. Тихо, подожди, подожди, главное... Тихо. Моего мужа Синда. Ты заучили землю, что ли? Ну не! Понял. Не так, не так. Не так, не так. А, что же делать? Никак. А, это чтобы не мыть, да, хорошее решение. Есть такая проблема. Всегда звезд, когда они приезжают в Казахстан, угощают конченым, невкусным бешем почему-то. А где поесть нормальный беш можно? Вообще, знаете, прикол беша какой? В том, что ты вообще к рандомному казаху заходишь в гости, стучишься в любой дом, и все, и они тебя встречают и угощают тебе бешем. Вот это трушный беш. Надо 6 раз постучать. 6. Дорогие друзья! Рандомно, ни разу не постановочный, да? Случайно! Совершенно случайно! Мы не ожидали, что вы придете! Он уже бабушка с бешем! Раз, у нас здесь беш есть для вас! Бешфарма! Вот! Игра на выживание, да? Перейти дорогу! А до дома. Блин, кстати, почему все так делают какие-то уродские переходы? Серьезно, почему ты все делал в недочном месте? Ой, дошли. Все. I just made the holy mackerel of fucking nachos. On the first level. Оно сейчас летит. It's cheddar. Оно сейчас летит. On the second level. Оно уже слетает. Это были чипсики? Начос, вроде он сказал. Тихо. Тихо. Хорошо. Так тихо, что ты мне помог? Слушай, я тоже была к собаке помогал. Помогал она чесаться? Я только раз чешу на нее. Она, да, ты правильно все делаешь. Да, такого да. Взгляда не было? Я сама справлюсь. Ой. Ох. Той стороной. Ой. Развел. А слушай, прикольная крышка. Abraham the word. Что это было вообще? Тихо, сзади подсматривает. Тихонечко, тихо. Смотри, позирует. Да. Класс, паузинг. Этот смайлс, улыбаемся глазами. Давай. Уронит? Да. Он написал штаны и еще сушит а, штаны. А, карман, походу, сушит. Наверное. Do you see my head? А что там, зеленка? Пакет. Жесть! Она красила волосы и делала пакет, чтобы типа быстрее было. И отпечаталась надпись. Ну все. Надо было не той стороной надевать. Настоящий друг, да? Ну что, красивый кран, уже даже попробовал помыть посуду, кроме одного момента. Ой, это жесть. Это, знаешь, такой страшный сон, когда сделаешь ремонт, и что-то не так рассчитал, или нанял не ту бригаду, и тебе вот такое вот сделали, ужас. Ой, там какие-то сущности, ты видел, лезли? Давай закрыть, смотри. И что, и все? Няшка. Это он закрывает, и второй. Два человека надо, чтобы закрыть, видишь, а он один. Он сейчас... Быстрее, давай. Надо было палочкой подпереть. Давай.
У тебя смотришь дома, прикинь, ты целый вечер заниматься закрытием ворот. Жесть. Джон Сина! Ой, захлопнулась дверь. А что, теперь все? Ключей нет. Некуда положить. Есть пробитие. Ой, я внутрь вошла. Ой, сломал. Ну все, ключ взял. Хорошо сработано. Четко. Упора нет. И так сойдет. Я управляю этой бабкой. Джик, у меня есть бабки. Отачитка, курва. Пасты, курва. Слышу знакомые слова. А что? А зря мы сегодня имеем такие? Сейчас мимо пролезу все на пол, да? Ну, конечно, видно, ну, что направлено. Моя жизнь на видео. Слишком рэперская. Сверху мини-маус. Ой. Зачем? Куда? Он поткнулся вообще. Он встал просто. Это как флип-баттл челлендж, только по-новому. Флип с такой, со стульчик. А там, но там... Типа я не играл, я ничего такого не делал. Что с ней не так? Морды я стукнулся. Блин, жесть! Что они там делают? Мы спрячемся. Это масло. Да не масло, это сметана настоящая просто. Ну какая это сметана? Ну посмотри. Блин! Уже никакая сметана. Так идеально будет, здесь ровно. Да? Ой. Что это было? О, нет, я на таком состоянии не жарю. Нет, неправда. Да. Ты попукал, Вадим. Это был пуки-пуки? Да. Ужасно. Слабенький такие, без запаха. Без запаха? Ты думаешь, без вкуса? Угу. Как угарный газ? Угу. Чтобы я угорела? Да. Прекрасно. Mm. Не ляпотиша, нет. Ой, господи. Как у русска. Тварь. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.